Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела, и я продолжаю проходить GTA San Andreas, поехали. Так, нам звонят, кто это? Ну чё, извини, Карл, ты занят? Зиро? Ух ты, чувак, рад тебя слышать, как оно? Катастрофа, мой арендатель продает магазин. Мне будет негде жить и не у кого спрятаться в Берк... Я как раз ищу недвижимость, чтобы вложить деньги, может и я... разрублю проблему. 5-5-5, мы даем чаевые. Карл, как там Сан-Пьеру? Дерьмо. Есть, но то мне тебя здесь не хватает, понятно. Ты ведь еще не потерял подарочки для моего дружка? Ну тот, что пытается нагадить нам с офицером Поласки. Да. Подложи-ка его... И сразу звони службе безопасности. Эй, ты ублюдок, кодекс улицы гласит не стучать. Пусть это погонит тебя, меня, моего брата. Уличный пацан никогда не звонит копам. Карл, он окружной прокурор. Да? Говори, где искать его. Он в отеле Ван Хофф, в финансовом районе. Понял. Так, сейчас, подождите. Вот, вот так будет в самый раз. Ох, это ж мышка багнутая. Точнее, это GTA багнутая. Потому что... Ну, в любой вроде GTA-шке такой баг есть. Кроме официальной, я думаю. Просто я официально ни разу не покупал. Не вижу смысла вообще покупать официально. Если можно на пиратке, то же самое играть. Хотя, может, я и ошибаюсь. Далеко уехал. Вот тут. Нет, не тут, вот. Отель обслуживает машины клиентов. Скоро здесь будет машина окружного прокурора. Следуй за парковщиком в подземный гараж и замочите его. Убедитесь, что вас никто не видит. Так, давай, падла, подъезжай. Сейчас разрулим все. Парковщик, настань-ка, завали его, пока он не ушел. О, я ему в голову уж стрельнул, вроде нет. Отправляйте к зоне парковки, жди там. Поехали на машине. Я думаю, нам ничего не предъявят за это. Ты должен быть новенький, вставай в очередь. Так, сейчас нам покажут вот машину прокурора этого. Окружной прокурор ездит на синем Мерите. Мерите. Проследить, чтобы другие парковщики не начали обслуживать его машину до вас. Она вроде всегда третий, что ли, приезжает, не знаю. По скрипту так сделано, или же рандомно, я не знаю. В смысле, обязательно, типа? Но я не хочу. Ну, чел, чё ты встал? Ты залагал или чё? Вот еще один подъехал, придурок. Болван какой-то тупой. Что они делают, я не понимаю. Так, все. Где-то должен быть мой клиент. Я отсюда уже. Ты забагал или что? Я не понимаю. Также машина этого прокурора вроде одного и того же цвета. Я не помню просто. Вроде... Тут она синяя, а цвет похож на зеленый. Точно не помню уже. Одного и того же цвета всегда машина, или же нет? Вроде по идее одного и... один и тот же цвет. Так, ну где он? Где?
Ждем, короче. Где-то падла. Он не он, вроде он. Вроде бы он. Он? Вроде да. Или я ошибаюсь. Да, ты в машине окружного прокурора, отправляйся в гараж и подбрось в нее наркотики. Главное ее сейчас не покоцать, чтобы потом не ездить чинить ее по 1000 раз. Главное не вмазаться, и все. И все будет четко. Блин, я испугался уже. Наркота в машине, верни машину на парковку в отель. Окей. Главное сейчас я не покладываюсь. Вот, да, не поцарапать машину, окружной прокурор может заметить. Припаркуй машину в отмеченном месте. Вообще без проблем. Парковщик собирается вернуть машину окружного прокурора. Выйдите за пределы парковки отеля и звоните в полицию. Вон, парковщик это идет. Вмазать ему как. Вот как раз прокурор. Все, можно звонить. Алло, это служба безопасности. Я тут заметил кое-что очень подозрительное. Вы должны приехать посмотреть. Полиция, стоять! Выйти из машин с поднятыми руками. Ты понимаешь, с кем ты связываешься? Попрощайся со значком, идиот. Заткнись, нашел что-нибудь. Нашел что-нибудь? У него здесь пол Мексики. Здесь травы тонны на две. Что? Но я никогда не видел. Как это могло? Идиотская у тебя отмазка. Хорошо. Тут также можно будет работать парковщиком. Если кто не знал. Но миссия не обязательно. Поэтому не вижу смысла проходить. Во, как раз окружной этот прокурор. Только, правда, он должен в третьем... Ну, такой костюм в третьем городе есть. Ну, этих. Который работает в казино, блин, не помню, как их зовут. Крупье, вроде. Похожий костюмчик. Ладно, давайте быстренько еще доедем. Так. Сохранение близко, значит сохранимся. Нет. Хорошо. Все, погнали быстро. Деконструкция. Привет, братаны. Как дела, Карл? Что за хрень тут происходит? Я что, похоже на шлюху? Эй, задница, какую-то хрень несет. Кто тебе это сказал? Строитель вон на том холме. Я им морду набью. Нет, погоди, я займусь этим. Мне надо пойти к ним и научить их уважению. Так? Верно. Я все равно подумал расширить территорию. Наведи шорох в строительной фирме. Разрушь все... Сборные дома, домики и убей бригадира. Ох. Строительные машины помогут разрушить домики.
Окей, давайте. Разрушь все домики, тебе понадобится бульдозер. Вот эта миссия очень жесткая будет. Почему они меня запалили, кстати, я не понимаю. А хотя... Вот теперь, да. Вот теперь я понимаю, почему запалили. Просто я их на территорию зайти не успел, блин, они уже агрец начинают на меня. Я им по лицу колесом проехал, он не умер. Прикольно. Так, давай по кругу покрутимся, чел. Я пойду сейчас сломаю. Не-не, давай не в меня, братиш. Хорош. Почему я тут замешан? Почему менты на меня навязались? Я так и не понял. Скажите, что еще менты за мной гоняются. Ой, боже, с этим геморрой, с этими ментами будет. Бригадир. Что это за идиотский стук? Вот дерьмо, я ничего не видел. Столкни передвижной туалет в яму. Затем залей его цементом. Окей, на изях вообще. Так, сначала затолкать его в ту яму, окей. Хоть менты отстали от меня. Только вон та падла никак не отстает. О, боже, нет! Отвали, падла. О, боже. Так, кто мне стреляет? Ну чё, придурки. Отстаньте от меня. Я сейчас сам расстреляю. Нет. Падла. Отвали. Хорошо. Подъедь на заднем ходу к яме. Стоп, слишком далеко. Хорошо. Заживо просто закопал бригадира. Все. Выполнили миссии. Так, сохраняемся по фастику. Так, опять кто-то звонит. Чего? Йоу, брат, это Джетро, чувак. Привет, Джетро, как жизнь? Ну, я говорил Цезарь, и... Ты только пойми меня правильно, чувак. Я хочу сказать, что ты, конечно, крут, но когда дело доходит до вождения... В общем, Цезарь рассказал нам, сколько тачек ты угробил, чувак. И я и Дуин такие, вау. К чему ты клонишь, Джетро? Да ни к чему я не клоню, чувак. Просто хочу сказать, что рядом у нас школа продвинутого вождения. Прямо вверх по дороге от гаража, чувак. Догерти, школа вождения, и на что конкретно ты намекаешь? Да ни на что, чувак, точно. И вообще, это Дуин придумал. Я думаю, что ты, ну как бы сказать, классный, все такое. Пойду я, Сиджи, увидимся. Момент для съемки. Сиджей, как дела? Мне только что кузен звонил. Он сказал, что тачка Балса поедет с Анферой за коксом. Блин, надо выяснить, кто снабжает этих пацанов. Я так и подумал, братишка. Я засек их на перекрестке Малхолланд. Сейчас слежу за ними. Хорошо, еду к тебе. Заесть Цезарев. Ух, как же это будет долго. Вы не представляете себе. Сейчас я открываю карту. Не, я закрываю карту. Ничего я вам сейчас не смогу показать. Короче говоря, Цезарь находится у нас так далеко, в самой жопе этого мира. Придется обрезать. Что ж поделать. Потому что я думаю, вам будет скучно смотреть, как я еду.
Слышь, ты что там делаешь, болван? Залезай, чувак. Садись в машину. Куда мы? Они направились к дороге Angel Pine. Поезжай по этой дороге, постарайся перехватить их. Отправляйся в Angel Pine. Окей. Без Б. Без букв Б, так скажем. Найс. Я засмотрелся на карту. Блин, я забыл, что я с Цезарем еду. Поэтому все нормально. Просто когда я один бы ехал, мне вообще было бы пофиг на машину. Я бы хоть пешком бежал. Может, деревья, они маленькие, и от сбивать хер собьешь. Стопэ. Все нормально. Нет, что ты делаешь? Дурачила, боже. Придется перепроходить миссию, потому что эта тупая тачка просто взяла и перевернулась. И наконец-то я доехал. Ура. Поднимайся на крышу. Все. Быстро сфотографируй лица всех целей и не забудь использовать приближение камеры. Окей. Давайте. Вот, братишка. Стопэ. Так, я продолжаю. Райдер, ты обкуренный ублюдок. Этот бизнес важнее любой банды. Чувак высокого мнения о себе. Это Тибон Мендес. А теперь что, это все? Эй, так кто этот гринго? Мне не нравится вид этого парня. Это не просто кучка толкачи наркота, это серьезная организация. Да сколько ж там этих клоунов? Сутенера ни с кем не спутать. Они все проворачивают с умом, никаких обменов, ничего не предусмотрительного, что-то там. Да. Блин, это была жесть. Нам лучше разделиться или нет отсюда. Встретимся в гараже. Подкастом. Мы все равно получили то, зачем пришли. Миссия пройдена. Так, я продолжаю. Давайте возьмем себе тачку нормальную. Джизи. Это психоз какой-то, братан. Что конкретно мы делаем? Парень, ты пленку проявил? Здорово, Узи. Здорово, Карл. Я как раз объяснял твоему Шурину, что мы друзья. Да неужели? Слушай, Узи, мне надо у тебя кое о чем спросить. Что вы конкретно хотите знать, парни? Что это за путас, братишка? Посмотри, что там такое. Эти парни, ну да. Это синдикат Лока. Серьезные ребята, мне кажется. Не с этими с ними дело, это опасные игры. Теперь там заправляет этот парень, не знаю, как его зовут. Это чувак Тибон Мендес, он главный среди боевиков. А это что за хрен? Это Джизи Би. Самый крутой сутенер в городе. Он помог заключать сделки, знаешь, типа консьерж. Ну, тогда он будет моим пропуском. Как к ним подобраться? О, Джизи. Джизи держит клуб Купола наслаждения в старой крепости. Эй, спасибо за наводку, Узи. Без проблем, мы же не чужие.
Отправляйся в клуб Джизи. Блин, мотоцикл, конечно, всяко лучше. Где сюда? Стоп, чел сначала вышел, а потом... Тупица! Чел сначала вышел из машины, а потом начал меня догонять. Чтобы вытащить меня из машины. Сверхразум, что сказать. Доехали. Правда, моя тачка взорвалась. Ну, как обычно. Джизи. Подожди-ка, мистер Си. Си Джей. Видал шикарную крошку моей тачки? Высади ее в гостинице в деловом районе. Позвони мне по телефону сайт, когда закончишь. Я осторожен с тачкой, везунчик. Обращайся где-то как с машиной папы Римского или что там было. Так, поехали. Тут, в принципе, недалеко. Также будет несколько заданий. Ой, what a strong bitch. Ever had happen half with a social like me? Yeah, go on. I'll do things your ruka won't. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Еще один дурачилла пуш. Сколько, почему они появляются, пацан, передо мной? Еще один. Давайте еще, давайте. Миллиарды их. Стоп. Сиджин, дурачок. Увидимся, комрад. Джизи, это Карл. Я так уж отвез твою девчонку. Ждешь. Для тебя есть небольшое поручение. Прежде чем ты разберешься с проблемой, которую я тебе так что сказал, как этот зеленый придурок думает, что он в игре. Гоняет всех в Хэшбери. Одна из моих девчонок только что засекла этого урода. Я хочу, чтобы ты тащил свою задницу туда и завалил этого воображалу. Прикончить. Прикончить человека надо. Сутенера. Хэшбери. Comes my player, now you in real trouble. This is my track, sucker. Привет, это Си Джей. Просто что ты знал, что больше не нужно беспокоиться ни о какой конкуренции. Беспокоиться? Я что говорил, что беспокоюсь? Нет. Но теперь к настоящему делу. На некоторых из моих девчонок дальний фостер оказывает давление. Я хочу, чтобы ты тащил свою задницу туда и разнюхал, что к чему. Окей.
Надо спуститься вниз. А вот как раз и моя остановочка. Ох, прям чётенько. Разберись с обоими шалунами. Окей. Все, погнали. Мистер Джизи, это Сиджи. Ты принес счастье, цыпленочек. Та девчонка, которую ты выставил, дело мое, хочет выйти из дела. Я старишкашка, спонсор хочет, чтобы... Никто не умеет уводить моих девочек. Тащи свою задницу в гостиницу и покажи пример всем остальным. Отправляйся в гостиницу, делам районе. В деловом районе. Сейчас будет миссия. Такая жестенькая, так скажем. Очень трудная для прохождения. Так вот, погнали. Разберись со священником и его охраны. Отлично. Стопы, я тоже горю. А, отлично. Прикольно. Ну ладно, давайте тогда на этом закончим. В следующей серии продолжим. Точнее, я выполню эту миссию уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.